Всем привет! С вами Эдгар и мой видеоблог «Мысли от Эдгара». Сегодня нас пригласили с моим братом, вернее, пригласили моего брата на конкурс двойников. Он будет проводиться в кинотеатре «Родина». Организовала всю эту движуху «Урал-Лото». И там будет три главных приза. Один самый мощный приз – это поездка, в общем, за границу, билеты на двоих. Вот, пригласили моего братана, который похож... Угадайте, на кого он похож? Не буду говорить. В общем, он двойник. Известного иностранного актера. Сейчас мы заедем ему... Купим такой аксессуарчик. Просто очки ему нужно было купить. Но такие очки специфические, что их нигде не найдешь. Так что придется маленечко смудрить, хитрить, что ли. Типа, сейчас зайдем, купим ему очки. Сейчас мы купим и дальше продолжим. Очки мы купили. Вот они. Хотели, конечно, другие, там, специфические такие. Но такие не нашлись. Купили то, что есть. Но прикол не в этом. Мы приехали в третий раз не в то место. Тот кинотеатр, блин. Перепопутали все. Надо было ехать в Родину, а мы приехали в Победу. Вот такая вот туфта. И сейчас у меня задача за 15 минут с Победы долететь до Родины, которая в другой части города находится. И еще тут созвонились, уже у них там вручение призов, все дела. И девушка мне заранее, кто вручает призы, просто говорит: давайте побыстрее, так как вы заняли уже призовое место. И вот будет облом, если мы опоздаем. Так что через 15 минут я там. Увидимся! Спасибо.
спасибо большое. И вам достается сертификат. Видимо, это билеты вам и вашему багажу обратно домой. Аплодисменты бурные, друзья! Есть возможность сейчас у нас открыть экономический штаб. Есть возможность еще раз обратить фуршетную стойку, пока вы, а что выиграл? Также фотографировался с вином. Круто! Поэтому не сфотографируйтесь со всеми, кто здесь присутствует в Ильяне. Желаю отличного настроения и потрясающего вечера, друзья. Да. Братуха. Yes. Yes, of course. What's up, man? Я сегодня опоздал на съемки, задержался рейс в Голливуд, Уфа, но меня сегодня уже приветствовали люди, автографы брали, звезда в шоке. Я еду в Европу. Осталось выбрать.
Мне надо найти девушку, с чем ты едешь. Давайте мы сейчас покажем путевочку. Парни, вас? Вас зовут? А, не, я не сфотографирую, здесь на фотографию снимаю. Ну, сфоткай пока стоять. Меня порадует. Есть вспышки, есть вспышки. Он говорит, он не ваш фотограф. Итак, друзья, я хочу сказать спасибо всем, кто принимал участие в конкурсе двойников, всем, кто пришел сегодня на наш праздник. Надеемся увидеть вас на нашем следующем мероприятии, обязательно в том же составе, только надо ловить еще и еще больше. Отличного всем вечера, потрясающих, напрягающихся выходных и солнечного настроения, несмотря на капризные погоды. Поверьте, это скоро пройдет и вновь будет светить яркое солнце. Спасибо всем, до свидания, до новых встреч. Делайте ваши ставки и помните, что с Уралнабор возможно все. Не за что! Покажи, Гор. А?
А в наличные нельзя эту сумму? Нет. Еще, знаете, забыла вам сказать, получается, так как это у нас приз, подарок, вы знаете, что у нас в России действует законодательство, то различных абсолютно. То есть сумма свыше 4000 облагает налогом. Короче, мы должны. 25 тысяч должны дать. Лучше такой вот, чтобы был момент. Ну, здесь вам очень нужно будет. Я вам прочитала лекцию по поводу налогов. Я вырезал. Днюха, я дарю тебе кекс и 50 тысяч. Наконец-то. Да, меня заметили. Настал мой звездный шеф. Звездный? Теперь он звезда. Ну-ка, давай кекс отдам. А я возьму единичку. Что, давай? Да, уже надал. Вот так вот. Не-не-не, за победу давай. Чокнемся. Вот так вот. Вкусный кекс. Теперь братану надо решать, куда ему ехать отдыхать. На Гавайи на полтинник вряд ли поедешь, выглядно. У меня братан решил выглядно поехать отдыхать на 50 тысяч. 25 километров отдыхать. Но комнату у бабушки снимет. Ты будешь тусоваться. Я, наверное, братану на Кипр поедем. Он сегодня уехал на Кипр отдыхать. Артур Ельманш. Я его удивлю. Догонит своего продукта. Что? Всем пока. Мы очень рады. Я не знаю, как вы выложили. Вернее, я выложил фотографию на сайт чисто. Я знал, что братух очень похож. Но что выиграет, прям вот не, так прям сильно не ожидали. Пока, короче, я за 15 минут добирался от победы до Родины, моего брата объявили победителем. И мы забежали, получили 50 тысяч, съели кексы и сейчас свалим домой. Закончилось мероприятие. Сейчас мы сели в тачку, которую чуть не оштрафовали, потому что быстро-быстро решили припарковать ее. Менты рядышком крутились. Но мы сели и уехали. Но уехали не с пустыми руками. Да, самая фишка-то в том, что братуха у меня полтинничек-то выиграл.
путевку, если точнее говорить. На этот полтинник он может сейчас поехать отдыхать. Так что, если есть желающие, кто хочет с моим братом отдохнуть? Это вопрос уже к девушкам, это не к пацанам. Кого ты желаешь, братуха? Габариты там, все дела. Блондинки, брюнетки, кого? Предпочтение отдаю я голубоглазым блондинкам и черноглазым брюнеткам. Пышный. Запомнили? Нет? Мой братан посмотрит, перейдет, найдет, посмотрит, кто вы, что за девушка. И может быть, ты поедешь с ним отдыхать. За твой счет. Ну, за твой счет, да. А что за его счет-то? Какого хера вообще? Какие впечатления, братуха? Впечатления охренительные. Я не успел переступить порог. Сразу народ начал восхищаться, как я похож на Дизеля. У меня брали интервью телеведущий, радиоведущий. Снимали на видео. Много людей подходило, много желающих, в общем, со мной сфотографироваться. Сейчас 5 сек гор. Тачка, смотри, какая. Тачка с клуба «Зажигалка». Зажигалка? Да. Эх, полиция, как всегда, не вовремя, блин. Вот как всегда, только хотел заснять. О, самый дорогой известный стрип-клуб города Уфы. Вот это тазик. А теперь продолжим. Что я вам могу сказать? Я, в общем, звезда в шоке. Голливуд Уфа. Сейчас я буду думать, куда поехать отдыхать. А потом заснимем, как он отдохнул. И где отдохнул. А теперь точно все. Всем пока.